Здравствуйте, дорогие друзья! Готовим пельмени из теста на кипятке, а начинка у нас по рецепту дедушки. Так готовили в его детстве. Свежую мелко нарубленную капусту заливаем кипятком. Через 15 минут капусту нужно отцедить и хорошо отжать с помощью марли, для того, чтобы осталось у нас минимально влаги. Далее капусту мелко нарезаем и отправляем в тарелку. К ней добавляем фарш, желательно жирный. Одну крупную луковицу натираем на мелкой терке, отжимаем влагу и тоже добавляем к фаршу. Свежие грибы или сухие отвариваем, мелко нарезаем. У нас сухие молотые грибы. Также добавляем соль и перец. Больше никаких специй, чтобы не перебить вкус грибов. Если вы не любите грибы, можете не добавлять. После этого фарш необходимо хорошо перемешать и оставить на полчаса. Подготавливаем тесто, начинаем его раскатывать и формируем пельмени. Все знают, как это делается, поэтому не будем вникать в подробности. У нас вот такие вот получаются. Даже есть девочка пельмень, наверное, захотелось вареников. И такая вот компания красивых пельменей. Теперь можно поставить воду на огонь, посолить. Мы добавляем лавровый листок и перец горошком, чтобы бульон был более ароматный. Варим 3-5 минут на среднем огне. Подаем со сметаной, кетчупом или майонезом, кому как нравится. Пельмени желательно кушать ложкой, чтобы оставался сок и они были более сочными. Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте ваши отзывы, подписывайтесь. В дальнейшем будет много интересного.